Всем привет! Сегодня четвертая серия трудовых будней. Рассматриваем мы УШМ Зубр УШМ-230-2100 ПМЗ. Клиент говорит, что не включается. Так. Проверим на всякий случай. Действительно, ничего не происходит. Так, вот это я сниму, чтобы не мешалось. Никогда не приносите в сервис вот кожухи, ручки, гайки, вот эти фланцы. Это все лишнее. Это только лишнее время, чтобы их снять. Рабочий сервисного центра теряет свое время. Дольше происходят ремонты. Так, сначала, наверное, посмотрим щетки. Щетки новые. Это что-то либо выключатель, либо шнур. Давайте вторую посмотрим. Вторая щетка тоже нормальная. Здесь, кстати, выключатель точно такой же, как у Макиты. Здесь еще мог плавный пуск сгореть. Сейчас прозвоню. Берем тестер. И сначала кабель. Кабель целый. Теперь выключатель. Выключатель тоже рабочий. Можно проверить. Включилось. Это значит, что где-то был плохой контакт. Скорее всего. Винты на клемниках расслаблены.
давайте соберем и включим. В принципе, УШМ рабочие, но необходимо поменять все подшипники. То есть три штуки здесь, здесь и вот здесь. Короче, будем менять три подшипника. НСК. Два НСК, один СИЧЛ. Вот этот четвертый менять не буду, он нормальный. Хочу показать вам новогодние подарки. У меня до этого, кто замечал, были вот различные, у меня таких четыре съемника Knipex. Я когда их купил, в принципе, отличные съемники, но их размер не для всех стопорных колец подходил. Например, вот к этим. Не, ну сюда подходит нормально. А сейчас я купил вот такие поменьше. Тоже 4 штуки. Очень удобная вещь и необходимая в любом сервисе. Здесь раньше были всякие старые. Ну, блин, ими просто невозможно было снимать кольца. Стоишь по полчаса, каждое выдираешь. А сейчас вот с первого раза раз и снял. Так, здесь, наверное, придется вытрясовывать. А не, пошло вроде. Опа.
зонтик сломался. Вот это поворот! Ремонт чуть-чуть затянулся. Закрываем и все ушаем, готово. Всем спасибо за просмотр. Пришлось, конечно, с ней поковыряться из-за вот этого винтика. Но, в принципе, просто замена подшипников.